Привет. Защитница, присаживайся. Пройдешь мимо, упустишь выгодную сделку. Слышала, на юге, в стоячих песках, видели странные огни. Мы покинули те руины, когда машины и бури стали слишком большой проблемой. Интересно, что там теперь творится? Действительно. Надеюсь, Танакта не особо заинтересуется, что Моран делает в Вегасе. Нужно повидаться с ним, как будет время.
Поймаю сигнал. Где тут лучше ловит? Надо поискать точку, чтобы поймать сигнал Сильги. Почти обнаружил его источник. Теперь пойду к башне Танакт. Если планировать, отсюда вид будет шикарный.
Ее можно поджарить электричеством. Не надо смотреть на рану. Видели? Как скачет эта нора. Чужие земли. Готова торговать с этой... Духовник, я мне бы помощника. В моем возрасте ты вернулась. А где драка? Уже здесь, духовник. Прихватил с собой немного багажа. Она добыла сердца и сердце Громозева. Ты бы видел это пламя пустыни. Вот. В честь нашей доблестной победы. Великой победы. Предводитель будет рада о ней услышать. Доставь их поскорее в палящее копье и расскажи, сколько людей погибло за них. Охотница, поговорим? Слухи дошли и на запад. Говорят, ты не только мастерица лука и копья, но и обладаешь особым зрением. И умеешь видеть то, что связано с предтечами. Можно сказать и так. Так это правда. Ты много сделала для клана. Но наши проблемы гораздо сложнее, чем думает Драка. Может, твое особое зрение сможет нас выручить? А в чем именно проблемы? Не здесь. Встретимся в палящем копье. Я все объясню. Увидимся, как доберусь туда. Хорошо. Это вопрос жизни всего клана. Смотри по сторонам, девочка. Хоть ты и победила меня, здесь тебе всегда будут рады. Что скажешь?
сделал. Ну, как здоровье? Полагаю, это самый быстрый способ зарядить копье. Что ж, назовем ее всплеск энергии. Я пойду. Захочешь потренироваться, я здесь. Мне подготовить угодья? Жду твоего прямо в скале. Лагерь, что мы с Таланой пытались найти, должен быть где-то тут. Все не так уж и плохо. И тогда я у меня для тебя новости. Нелегкая задачка с моими кандалами. Если думаешь пойти на юг, туда, где обосновались парни Мор, подумай еще. Сюда заходили сестры, что шли туда. Одна из них едва не разнесла весь этот клятый лагерь. Уверена, она не хотела. Надеюсь. Похоже, здесь побывали Делла и Бунка и отправились в Лас-Хайс.
Думаю, стоит их навестить. Узнать, как они. У тебя все в порядке, Поргов? А! Огнежарая моя! Посмотри! А, сундучок, который я нашла в туннеле. Именно он! Его завещала мне моя почившая матушка. Никак не мог его вскрыть, а во время заварушки с камнегрызом замок сломался. Я наконец-то узнал, что лежит внутри. И хочу отдать это Марзе, моей сестре. Ей это больше пригодится. Погоди. Если его завещали тебе, почему ты не мог открыть? Я потерял ключ. Сама понимаешь, ключ маленький, а руки из... Хотя откуда тебе это знать? У тебя-то руки изящные. Не, не то слово. Ладные, скорее. Поргов. Ну ладно, я его украл. Он должен был достаться Марзе, но я... Хотел себе что-то от матушки. На память о ней. Значит, сундучок принадлежит твоей сестре, и ты захотел его вернуть. Что там, что ты так резко передумал? Ничего. Подумал, ей он нужнее. Они с мамой были близки. А я... Пожалуй, я всегда был отлетевшей искрой. Ладно, Поргов. Ты хочешь, чтобы я отдала сундучок твоей сестре? Где она? Это хороший вопрос. Раньше она работала в Скрежете горы. Ха. У меня там подруга. Спрошу ее. Ха-ха! Все сковалось, само собой. Когда буду там, поищу твою сестру. И послушаю ее версию. Ладно. Что ж, увидишь Марзу, скажи ей. Я помню полет бочки. Петра должна знать, где искать Марзу. Навещу ее, когда буду вскрежить горы. Я не настаиваю. Талана, ты добралась. Все благодаря тайному проходу от лагеря. Удобно. Тайный проход? Говорите о таком потише. Или к вам в гости пожалуют много озерам. А ты кто? Это Рагурт. Он разведчик каравана. Говорит, Амадис был тут. Присоединился к походу прямо перед тем, как мы пошли через туннель. Когда мы разбили тут лагерь, я немного разведал местность. И преподнес Тенакт знаки доброй воли, чтобы нас пускали на их земли. Амадис просил меня поспрашивать о месте под названием... Гниль. И что ты выяснил? В основном это тюрьма, в которой Тенакт держит пленников. Далеко на западе, рядом с колючей топью, столицей долинников. И вскоре он отправился на поиски. Что, один? Я пытался его остановить. Но он прямо уперся. Значит, ты разведчик? Расскажешь об этих землях? С чего начать? К югу отсюда трое озерам пытаются найти сокровища в песках руин. Морлунд и его балаган. Да, так его зовут. Они та еще компашка, я тебе скажу. Ну и есть еще ребята, которые ушли от нас, как только мы перебрались через туннель. Искатели мусора и приключений. Всякий подобный сброд. Сколько же вас сюда отправилось? Устанешь считать, это уж точно. Еще я заметил несколько мятежников. Похоже, они патрулировали пустыню. В палящем копье Тенакт рассказывали, что у них поднялся мятеж. Это столица клана пустынников. На севере. Похоже, ты неплохо узнал местность. Это мой хлеб. Амадис говорил что-нибудь? Зачем ему эта гниль? Кажется, нет. Он был неразговорчив. Похоже на него. Он нормально держался? Более-менее. Он был потрясен, когда узнал, что туннель за нами обрушился. Но по правде, все мы тут были в шоке. Спасибо, Рагурт. Ты нам помог. Найдите парня.
Ладно, я в колючую топь. Встретимся... Подожди. Что? Ты так легко решила отправиться в самую глубь земель Тенакт? За этим парнем? Конечно, он совсем один на запретном западе, я беспокоюсь. Сдается мне, это не все. Встретимся у столицы клана Долинников. Но там ты расскажешь мне, кто такой этот Аматис. Ладно, буду ждать к северу от деревни. Увидимся. Ну, наконец-то! Если снова придется... От этого не будет выгоды. Она моя сестра, а не товар. Говори, куда она пошла. С таким копьем я бы и сама. Нет, нет, мы все знаем, что это будет. Эй! Снадобья для всех нуждающихся. Ты вовремя. Ты ее знаешь, да? Тогда скажи ей, что у нее никаких шансов. Скажи ему, чтобы вываливал все, что знает, пока я его не пришибла. Эй, спокойнее, Делла. Что случилось? Моя сестра Бумка. Она убежала в пустыню. Мы поссорились. Я сказала ей, что мы поговорим утром, когда немного остынем. Когда я проснулась, ее не было. И только этот зоркий глаз видел, куда она ушла. Но он отказывается говорить мне, куда! Нельзя просто взять и пойти в пустыню. Там бури. А если пески не поглотят, сожрет исчезающий кошмар. Знаешь, что случилось с последними ушедшими собирателями? Нет, не знаешь. Никто не знает, потому что они не вернулись. А как же моя сестра? Она там совсем одна! Может, уже никак. Прошу тебя, Рыжая, помоги найти ее. Говоришь, поссорились с Бумкой? Из-за чего? Ну, началось все как обычно, искры и пламя. Она изучала один мой прототип, хотела добавить взрывчатки, как всегда. А когда я напомнила ей, что при прошлой попытке она едва не разнесла поселение, она просто пожала плечами. А потом мы начали кричать о том, почему нам пришлось покинуть скрежет горы и перебраться сюда. И почему во имя кузни ей обязательно все вокруг взрывать. И что же сказала Бумка? В том-то и дело. Она промолчала. Просто сидела и смотрела в угол. Даже перед сном ничего не сказала. А утром... Когда я проснулась, ее и след простыл. Раньше она так не делала, но я ее знаю. Она обязательно угодит там в неприятности, поэтому ее нужно отыскать.
этот исчезающий кошмар? Так Стэмур называет машину, которая бродит в пустыне. Иногда ее видно издалека. Неподвижное блестящее пятно. Она стоит так часами. Но стоит отвернуться, ее нет. Как и не было никогда. Но что это за машина? Не знаю. Никто не смог разглядеть ее вблизи. Команда собирателей однажды пыталась, но они нашли лишь песчаные дюны. Но какая разница? Машина не помешает мне найти сестру. Почему вы решили уйти на запад? Ну, как бы... В Скрежете горы произошел один случай. Случай со взрывчаткой? Ну, ты же знаешь Бумку. Мы забрали инструменты и сбежали. Я услышала от караванщиков, что проход на запад теперь снова открыт. И мы пошли с ними. Но почему именно сюда? Вариантов полно. Назад в Жилу нам нельзя. А в других местах народу многовато. Случай, что здесь, мы нанесем не так уж много урона. Ну и когда-нибудь все захотят побывать здесь, так? Папа учил быть в первых рядах. Если хочешь меня подкупить, имей в виду, надо платить вперед. Только так. Может, стоило быть во-вторых. Если Бумка потерялась в пустыне, попробую ее найти. Я пойду с тобой. Я виновата во всем этом. Но ты умр... Скажи, где ты ее видел? Ну, раз ты с ней, пожалуй, шансов у вас побольше. Я видел, как она уходила к железным аркам на восток. Там и начнем. Пойдем. Элой, ты как всегда вовремя. Есть мысли, давай зачем сюда ей идти к аркам? Все мы совершаем ошибки. Мы найдем ее, Дэл. В песке какие-то обломки. Может, от арок. Дело рук Бумки. Я поищу следы. А вот и следы. Похоже, они уходят в пустыню. Нет. Вернем. Следы здесь заканчиваются, но, похоже, Бумка выставила у руин ловушки. Пора доставать. Избавимся от машин и попробуем разобраться. Thank you.
Давай посмотрим в руинах. Может, поймем, куда она ушла. Теперь я готова ко всему. Это любимый молоток Бунки. Она всегда поднимала шум, когда не могла его найти. Она бы его не бросила. Может быть, ей пришлось убегать, когда появились машины? Или случилось что похуже? Дел, мы этого не знаем. Давай осмотримся. Может, найдем еще один след. Держись, Бунка. Мы скоро. Ага. Похоже, она пошла к тем холмам. За ней? На том утёсе какие-то обломки. Бунка туда забралась. Лестница сломалась. Может, когда Бунка по ней лезла. И как нам подняться наверх? Сюда. Ну да. Опять скалолазание. Из этого нужно сделать хорошую краску. Ты как там, Делла? Чудесно, да. Просто... прижимаюсь к отвесной скале и вниз не смотрю. Забрались. Это за место? Не знаю. Выглядит заброшенным. Убежище. И какое-то устройство. Бункина? Похоже, часть деталей была снята. Наверное, она принесла их сюда изучать после нападения машин на ее лагерь в руинах. Но куда она пошла отсюда? Может, вон к тем обломкам? Я точно знаю одно. Кучу блестящего хлама Бунка не пропустит. Пошли. Спустимся и проверим.
смотри, там, у самых обломков. Инструменты. Она устроила... Она тут точно над чем-то работала. Но куда... Бумка? Надо закончить. Бумка, что ты делаешь? Поздно. Бумка, что ты тут делаешь? Это пока не важно. У нас гости. Видишь, Бумка? Вот поэтому я говорю, что нельзя бегать по стене! Это пока не важно. У нас гости! Эй, Бумка! Что? Сестра очень беспокоилась о тебе. Слушай, я понимаю, ты злишься. Но нельзя же вот так убегать в пустыню. Я не злюсь. И я не убегала. Не злишься? Нет. Из-за чего мне злиться? Из-за нашей ссоры. Ты сбежала и... Я не сбегала. Но ты ушла! Я никогда не уйду. Ты моя сестра. Появилась идея, и мне нужны были детали.
Видишь? Оружие. Это метательный механизм. Вся суть тут в бум-дисках. Они бьют по машинам, режут и кромсают. А потом возвращаются и так несколько раз. А потом... бум! В общем, так я задумала. Пока они не возвращаются. Дай-ка посмотрю. Вот почему. Штифт не нагружен. Проведем кабель вот так. Готово. Держи, рыжая, испытай. Нет, стой! Давай по большой машине. За мной. Опять убежала. Значит, ты сбежала не из-за нашей ссоры? Нет. Но ты ушла, ничего мне не сказав. Нет, сюда! И ты спала. Почему не разбудила? Ты сказала, что не хочешь говорить до утра. Да, но я же не про то. Я не это имела в виду.